Заместителя генерального директора компании «Росгеология» Руслана Горинга уволили после того, как в сети появилось скандальное видео с его участием. Распоряжение об отстранении от обязанностей подписал глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин. Об этом сообщают РИА Новости. Кроме того, Кобылкин объявил выговор гендиректору «Росгеологии» Роману Панову и поручил провести в ведомстве проверку финансово-хозяйственной деятельности. Отмечается, что генеральный директор не находится в прямом подчинении главы Минприроды. В пресс-службе «Росгеологии» заявили, что Кобылкин не может выносить выговоры и увольнять сотрудников компании. Ранее в сети набрало популярность скандальное видео с участием Руслана Горинга. В ролике чиновник играет в многопользовательскую онлайн-игру PUBG и живо комментирует этот процесс. А ты зарплату забыла главную задачу – стучать мне. Ты чё, ты уволен? Я тебе сказал, за язык следи. Вы обсуждали, кого я компания, кого не. Горинг рассказал зрителям в чате о неуставных отношениях с сотрудницами. Кроме того, он угрожал сексуальным насилием другим игрокам, оскорблял находящимся с ним в комнате людей. Все это сопровождается нецензурной лексикой. По информации «Известий», топ-менеджер также рассказал, как уволил сотрудницу, затем восстановил ее в должности в одном из филиалов, чтобы она выполняла свою главную задачу – стучать. «Росгеология» — это многопрофильный геологический холдинг, 100% капитала которого находится в собственности государства. Руслан Горинг занял должность первого заместителя генерального директора холдинга в 2015 году.